Саженцы малины карликовой Ruby Beauty, Rabassa Idaeus, Ruby Beauty, достигает 1 метра в высоту, ветка 1,5 метра. Ремонтантный сорт относится к высокоурожайным, подходит для выращивания на открытой территории в контейнере на просторной террасе. Для домашнего выращивания достаточно подготовить контейнер на 10 литров. Ruby Beauty отличается высокой декоративностью, его часто можно увидеть на переднем плане сада. С одного куста удается получить до 4 кг вкусных сладких ягод с десертным послевкусием. Вес одного плода – 4-6 грамм, цвет малиново-красный. Листва ярко-зеленая, побеги ветвистые, без шипов. Малина карликовая Ruby Beauty – это кустарники высотой 150 см с типом роста, карликовый. Летом листва зеленая. Малина карликовая Ruby Beauty имеет ремонтантный срок созревания. Его плоды созревают в месяц июнь. Урожайность малины карликовой Ruby Beauty составляет 4 кг. Плоды имеют массу 4-6 грамм. Окраска ягод красная. Вкус кисло-сладкий. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что малина карликовая Ruby Beauty самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.